Друзья, очередная посылка из Китая. Открываем. Внутри лежит вот такой вот сверток. Открываем его дальше. Это диновый магнит. Очень сильные неодиновые магниты. Вот смотрите, здесь маленьких много. Много и побольше. Я их купил, знаете, для чего? Для того, чтобы повесить их на двигатель. На масляный фильтр двигателя. Так, сейчас буду рассматривать поближе. Они довольно маленькие. Ну, для примера, вот карандаш. То есть они очень маленькие, но очень мощные. То есть вот это вот, как вы поняли уже, да? Вот так. То есть вот смотрите, откуда вот расстояние. И вот смотрите, вот с этого расстояния, ну, сантиметров 10, осуществляется уже, ну, воздействие. То есть это мощнейшие магниты. Их очень даже вот рассоединить как-то вот, ну, сложно. Вот смотрите. Раз. Раз. Вот, ну, цена там что-то около 150 рублей. Значит, смысл их в чем? Можно один прицепить вот так вот сбоку на какую-нибудь отверточку. Вот маленький взять. Вот он один, я маленький взял. Один не получилось, два. Ну вот так вот сбоку на отверточку цепляем. Его, видите? И отверточка начинает, ну, соответственно, магнитить. Ну, такую крупную не намагнитит. А вот что-то. Это просто даже не железо. Сейчас я что-нибудь железное найду. Ну, болтик вы можете ей подцепить таким образом. Как-то так. А вот эти покрупнее, вокруг фильтра масляного их цепляете, и стружку двигателя они начинают собирать. Но это многоразовое использование, естественно, на новый фильтр вы их снимаете со старого и цепляете на новый. Все, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ссылку на товар оставлю в описании. До новых встреч.